На Егерском бульваре в Чебоксарах начато строительство очередного физкультурно-оздоровительного комплекса. Сегодня на стройплощадке вбиты первые сваи. ФОК на Эгерском бульваре – один из пунктов партийной программы «Единая Россия» по строительству спортивных сооружений. По утвержденному плану физкультурно-оздоровительный комплекс будет включать в себя универсальный спортивный зал, тренажерный зал, зал для фитнеса и плавательный бассейн. Общая пропускная способность ФОК – 150 человек в час. Начальная стоимость, которая выставлялась на конкурс, составляла более 152 миллионов рублей. По итогам конкурса контракт заключен на 140 миллионов рублей. Соответственно, бюджетная экономия составляет более 12 миллионов рублей или 8% от первоначальной стоимости контракта. В здании физкультурно-оздоровительного комплекса найдется место и для детской юношеской спортивной школы имени Валериана Соколова. Юные боксеры получат специальный 200-метровый зал для тренировок. Завершить строительство планируют к декабрю 2015 года.